Перейдем к городским новостям. Перебоев нет. Севастопольцы, получающие льготные препараты для больных диабетом по региональной и федеральной программам, полностью обеспечены лекарствами. Такой ответ независимое телевидение Севастополя получило на информационный запрос в департамент здравоохранения города. Поводом стало обращение в редакцию НТС жительницы Севастополя, 19-летний сын которой, по ее словам, почти 2 месяца не может получить необходимый вид инсулина в аптеке. Я звонила на горячую линию здравоохранения, никаких результатов не принесло. Они только говорят: завтра подождите, подождите. Ну, как подождите? Это жизненно необходимый, получается, препарат. И без него мой сын, ну, не может обойтись. Препарат Левимир – инсулин длительного действия. Аналоги юноши не подходят. Он нуждается именно в этом лекарстве, рассказала Наталья Грушевая. Она предъявила отсроченный рецепт от 12 февраля 2019 года. На телевидение женщина обратилась 25 марта. Получается, как в аптеку приходишь, это отсроченные, получается, рецепты. И вот они, когда приходят, препарат, они должны нам позвонить. У нас идет по федеральной программе это, и никто не звонит. Вот уже, я же говорю, скоро будет 2 месяца, а нам никто не звонит, а надо же, что препарат принимается каждый день. Ответ на информационный запрос от департамента здравоохранения Севастополя телеканал НТС получил 2 апреля. В городе проживает 11 500 больных с сахарным диабетом. Почти все состоят на учете и получают бесплатные препараты по региональной льготе и федеральной в случае инвалидности. Недостатка в лекарствах нет. На сегодняшний день мы полностью обеспечены лекарственными препаратами, которые необходимы для поддерживающей терапии данной категории пациентов. В нашем федеральном регистре, который ведут врачи-эндокринологи наших поликлиник и врачи-терапевты, так вот в этом федеральном регистре насчитывается 9600 пациентов. Сахароснижающие препараты пациенты получают в специальных пунктах при медицинских учреждениях. Таких аптек в городе 8. 2 года назад была всего 1, рассказали в Депздраве. Препараты Левимир в Севастополе на данный момент более 600 упаковок. На сегодня действительно рецепт стоит на отсрочном обеспечении. Хочу отметить, что рецепты, поставленные на отсрочное обеспечение, не имеют срока давности. То есть все рецепты, которые стоят на отсрочном обеспечении, в 100% случаях нами обеспечиваются в полном объеме. Так вот, этот пациент был приглашен по телефону в телефонном режиме за тем, чтобы препарат получить, но до настоящего времени за препаратом он не подошел. По словам Зинаиды Супис, о наличии лекарства больного диабетом проинформировали 26 марта, на следующий день после интервью на телевидении. Представитель департамента здравоохранения Севастополя добавила, из всех заявленных 19 торговых наименований сахаросжигающих препаратов 100% годового ассортимента в наличии в пунктах льготного обеспечения лекарствами. Заявки на закупку лекарственных препаратов были переданы в отдел государственных закупок нами уже в ноябре. Своевременность вот этих поданных заявок позволила разместить закупки уже в 2018 году, и поэтому препараты планово у нас уже пошли, поступление препаратов конец января, начало февраля, то есть в полном объеме.